вокальное произведение. Песня под названием «Натали». Она написана на стихи поэта, которого мы уже слышали в сегодняшней программе, Салаха Сайтие. В этой песне на сцене в буквальном воплощении мы увидим и услышим соединение двух культур – арабской и европейской, потому что исполнять эту песню будут две певицы. Марина Нагиб, представительница египетского студенчества в Чебоксарах, она студентка Чувашского государственного университета, девушка с замечательным, проникновенным народным голосом. Студенты Чувашского государственного университета имели возможность слышать исполнение Марины Нагиб. По словам профессора Саада, ее ожидает большое музыкальное будущее. Надеемся, что она сумеет сочетать это со своей профессией врача-стоматолога, которую она вскоре получит, обучаясь в Чебоксарах. Вторая исполнительница – академическая певица, заслуженный работник культуры Марии Эл Светлана Белоус. Она представляет традицию европейского академического пения, как две реки, два музыкальных моря сольются в едином голосе, два музыкальных мира. Натали исполняют Марина Нагиб и заслуженный работник культуры Мариэл Светлана Белоусова.